Поддержка одаренных детей и их талантов – один из главных аспектов развития духовного общества. На днях воспитанница детской школы искусств номер 2 получила ценный подарок от меценатов. Августа пришла в детскую школу искусств уже зрелым исполнителем. Пришла уже семиклассница. Волнуясь перед выходом на сцену, как будто это происходит впервые, Августа Литерова уже точно знает, что сегодня ее ждет большой подарок. В рамках традиционного концерта скрипичной музыки воспитаннице детской школы искусств номер 2 был вручен подарок – скрипка работы западноевропейских мастеров 19 века. Такая оценка – плод многолетней работы Августы с ее педагогами и наставниками. И, конечно же, огромная любовь к музыке, особенно к классической. Девочка очень одаренная, она неординарная личность. Она начала заниматься на скрипке с 5 лет. Ее тетя, которая воспитывала ее до 12 лет, занималась здесь, в Миассе, в нашей детской школе искусств номер 2. Поэтому можно сказать, что ребенок вернулся в родные места. Благотворительный фонд Владимира Спивакова, который передал Августе столь ценный подарок, уже несколько лет знаком с одаренной миасской скрипачкой. В 2007 году она принимала участие в телевизионном конкурсе «Щелкунчик», где ее талант был замечен меценатами. Итог – возможность повышать свое мастерство на уникальном инструменте, опробовать его звучание и игру Августа уже смогла. Звучит очень звонко, открыто. Это скрипка как бы сольного плана. Я играю на оркестровой скрипке, она больше подходит для оркестра, для симфонического оркестра. А тут можно просто раскрыть себя вот в полной мере. Изящество форм корпуса, плавность линий и материал исполнения. Здесь каждая деталь играет особое значение для того, как зазвучит скрипичный инструмент. Скрипки такого уровня в Миассе еще никогда не было. Теперь ее звучанием смогут наслаждаться горожане. Она была в Зальцбурге с педагогом, на нескольких международных конкурсах становилась лауреатом, но самое главное, ей посчастливилось играть с камерным оркестром Владимира Теодоровича Спивакова, после чего ее взяли под патронаж его благотворительного фонда, и вот в этом году девочке выпала такая удача, наверное, где-то звезда упала счастливая. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа «24 Миасс».